Доброе утро, вложик начался. Начался в твоей жизни. Не, нормально снимает. Давай, покажи страсть, больше страсти. А, да. Отлично. Мне нравится это пальто, потому что оно, знаешь, оно непредсказуемое. Вот я иду. Метрополь. Ты проверял звук? Как, качественно? То есть... Нормально сойдет, для сельской местности сойдет. Отлично, это самое главное. Пойдем. Все, можно пить кофе. А нет, мы так не выйдем. Мы там выйдем через... Через туда. Джахалиб. Блять, айфон. Айфон. Купите мне айфон, пожалуйста. Купите этому мелкому айфон. Да, ребята, купите мне, пожалуйста. Он за... Пожалуйста, 246 гигабайт или сколько? Гигов. Гигабайт. Ладно, не важно. Валь, курочка, привет. Гуч. XO. 10-17. Согрелись, пофоткались и едем сейчас на съемки. Ты куда? Нам туда. Едем снимать для города красоты, для сеть салонов парикмахерских типа. Вот. Когда он выйдет, я не знаю, потому что его монтировать идет. Почему это такой маленький? Он высокий. Не надо так делать. Олег! Как твои дела? Расскажи о себе. То тебя не видно в кадре. Главное, что видно мои кадры, а не меня в кадре. Ну, конечно, но не видно, кто это делает. Раз, два, 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 раз, два, три. Скажите, а сколько у вас стоит обновить мужскую стрижку? Модель опять красивая. Давайте еще раз. Заворачивайте. Ой. Романов, у нас вроде как сегодня первый серьезный влог, который мы снимаем. Какой серьезный? Что ты можешь сказать по этому поводу? Что я могу сказать? Ждите новые видосы, они будут очень крутые, потому что мы сегодня прям активно-активно записываем в разных частях Минска эти видосы. И вот сейчас мы ждем заказ, просто мы так безумно хотим жрать. И нам осталось буквально 30 минут до начала новых съемок, которые находятся тоже в жопе мира. И мы сейчас просто берем всю еду, которую сейчас нам принесут, просто запихиваем в рот и бежим опять снимать. Я красный, да? Ой, нас, да. Ой, все! Обрабатываем фотографии, сторис, все то, что, в принципе, идет сейчас в Инстаграм, чтобы вы видели активность, чтобы вы видели реальную жизнь. Кстати, к сожалению, последнее время я снимаю снимаю меньше сторис, связанных из-за большого количества работы. Вот, поэтому. И знаете почему? Потому что он офисный работник. Жалкий батрак. Но зато я зарабатываю. Лучший работник месяца. Вот реально, он даже премию получил. Большую, кстати, почти максимально. И в марте все потратил. Маме. Пишите в комментариях о том, чтобы Романов работал над контентом для вас, а не над контентом для... Не будем говорить. Я маркетолог. Маркетолог. А еще один. А это уже жрет. Блогер. Блогер. Минский блогер. Или российский. Я думаю, покушать можно, да. Короче. Ну, можно, конечно, посидеть вкусно. Обед. С курицей, да. Тем временем мы уходим на... Выбегаем просто. Новую съемку. Снимаете годный контент? Да. Карта. В таких случаях я жалею, что у меня нету наличных. Просто. Нет. Заходь. А ты кто? Я девушка. Визажист сегодняшний. Знаешь, что мы сегодня снимаем белорусский сериал?
Белорусский сериал, сам нашумевший. Как же я бежала. Я уже понял. Бля, как мы бежали. Давай. Спасибо. Давай, отдышись, подпей что-нибудь. Ну да, выстраивает, прикиньте, блогер, и выстраивает свет, и режиссер, ой, короче, весь мейнстрим. Сразу надо ставить свет, обязательно, без этого мы не работаем, потому что, ну вы сами понимаете, да, то есть, как это так работать? Вы не надо, иди, готов сейчас, будешь. Ты знаешь, что ты звезда? Я? Да. Да, я звезда. Смотри, для тебя приготовили. Я звезда. Максимально. И там нужно максимально. Все делает сам. Я ему вообще не нужен. В смысле ты мне не нужен? Нужен еще как? Надо больше. Алину поснимай, пока она готовится. Да? Подожди, пусть она подготовится к этому. А, ты пила? Да. Кстати, мне Полина зашла помощь, Паня, где ты брала, ну, где ты туалет, чтобы не намочить, типа я ж облился этим чаем. Ну. Туалет? Да. Там же, там, по коридорчику. Идешь, там, по коридорчику. Налево смотришь. Господин Бедровский. Бедровский готов. Бедровский, нет, шмаль. Бедровский это мой герой. Ну, тот, которого я играю. Прибавь я. Я просто вижу, чтобы не было сильно мокро. Ну, сейчас было час. Мне кажется, этого хватит, да? Это видно будет. Ну, на пиджак, блин, ну тоже. Вот сюда. Шальная императрица. Может даже на лицо, типа, чтобы у нас стихало. Я боюсь, конечно, второй раунд выпуск снимать, у меня все, блядь. Ну хотя да, можно. Я хочу на... Блядь, где мы пойдем? Только что ложила на пол. Скажи. Красота? Парик, а не себя. Парик, блядь, парик охуенно просто. Ну что? Очень смешно. Я знаю, это будет пиздец, как смешно. Ты как всегда, да, там причесываешь, сейчас и мы будем, сейчас попробуем сделать. Красота. Купил вчера, блядь, экшн-камеру. Ой, купил. Может, я тебя не вижу, что? Тихо, не ори. Подожди, а как она была? Она же не так. Сейчас так как-то, да? Ну, типа, я уже, да. Ну, а в принципе, намочить, не намочить, там видно не будет. Он такой парик, что мы расслабимся. One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities. Следующую пьесу, которую мы будем ставить, будет называться «Полет шмеля». Отлично. Какой нахуй шмель, блядь, шмаль! Остыл бы перед выходом, ну! Александр Вадимович, это... Шмаль! Сыграйте, что он там сыграл? А, второй подбородок. Шмаль, сыграйте, пожалуйста, второй подбородок Мира Безухова в романе «Война и мир». Шмаль, сыграйте, пожалуйста, вторую ягодицу у одной из танцовщиц в там, в кафе бур... Нет, там, в каком? В шоу «Бурлеск». Ладно, это личное. Ну вот, что из-за приветливости. Вот пойду сейчас и своему все директору расскажу, такая, а может не надо? Нет, надо. А то я ему заставлю свои эти малосоленые огурцы. Нет, просто, я пойду, типа сейчас, я пойду все расскажу директору нашему. Может, не надо? Надо. А то я не шмаль, что ли? Ну, такая, шмаль. Понятно? Да. Мы закончили снимать наш сериал. Ну, я думаю, получился прикольно. Вот полет шмеля. Или шмаля, неважно. Полет да. Шмаля. Шмеля, это, конечно, было, ну, это было бы смешно, но... Нет, ну, это лучше шмаль, куда прикольнее. Стоим акцентом, шмаль. Заходит, хорошо. Ну, что-то все. Расскажи что-нибудь. Да, мы будем дома. Олег Камер. Просто Олег Камер. У нас еще сегодня один видос. Да, у нас еще один видос, который мы еще не придумали, и будем сейчас придумывать по факту. Прикиньте, вот сейчас это будет снег вырубать. Ну, как обычно. А вырубать свет? Подожди. Да. Говорит Романов, снимем всякую фигню. А как всегда. Да.
Согреваемся как можем. Надо согревать этот, как его, ну ты не в линзу. Согреваем, потому что он реально уже начинает потеть. Потеть, он потный. Построгать его, Романов. Горяч он еще. Прям еще молодой. Давайте, давайте, короче. Вот это годный контент был. Годный контент. Подожди, а я? То есть... Меня. Подожди, я сейчас так. Годный контент. Нормально. Только лучший контент Романов Байк. Только лучший контент, только самые веселые моменты. Да. Для лучших подписчиков. Нет. Нет. If you like the way I talk, then why am I on your mind? If you like the way I rock, then fitness your